Всем привет! В сегодняшнем видеоуроке я вам покажу, как связать вот такой вот небольшой узорчик маленькой совушки. На самом деле она вяжется очень легко и просто, состоит из лицевых и изнаночных петелек. Раппорт узора составляет самой совы 8 петелек, затем 2 изнаночные по бокам по одной, чтобы отделить ее от самого узора основного. Для симметрии я взяла 2 лицевые с одной стороны, 2 лицевые с другой стороны петельки и 2 кромочные. То есть всего нам придется набрать 16 петелек. Я положила глазки-бусинки, чтобы как бы придать вида завершенности нашей совушке. То есть в принципе она у нас в итоге будет вот так вот выглядеть. По одному образцу, который мы будем вязать, можно связать как вот такую совушку на пузике, у которой будет узор рис, так и простую лицевой гладью. То есть, вот вы видите, на основе одной можно связать вот такие две разные. Украсить такой совушкой можно как митенки, варежки, шарфики, кофточки, в общем, свитерки детские и так далее. В принципе, очень мало времени она занимает, не такая, скажем так, тяжелая, как для украшения. Но, вот как вы видите, узорчик довольно-таки получается в итоге красивенький. Для провязывания небольшого образца вам понадобится 3 спицы. Я взяла 3 обычные чулочные спицы. Хотите, 2 возьмите платочные и 1 специальную для кос с изгибом. Но, честно говоря, мне не столь принципиально сейчас, поэтому я взяла чулочные. Итак, берем 2 спицы и набираем 16 петелек. Набираем 2. 3, 4, 5, 6, 15, 16. Теперь разворачиваем наше вязание, вытаскиваем одну спицу и провязываем 15 лицевых и последнюю провяжем изнаночной. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 кромочную, изнаночную. Второй ряд. Первую кромочную снимаем. И во всех рядах первую кромочную мы будем снимать, не провязывая. Теперь вяжем 14 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Последнюю провязываем. Кромочную, изнаночную. И во всех последующих рядах последнее будем провязывать изнаночной. Третий ряд. Первую кромочную делаем, затем 2 лицевые. Затем вяжем 1 изнаночную. И следующие 2 петельки нам нужно перекрестить влево. Вы можете взять сразу спицей дополнительное сделать. Но, честно говоря, так как это самое легкое перекрещивание в нашем сегодняшнем вязании, то сначала берете, провязываете вторую лицевой, не снимая, а затем за переднюю стеночку провяжите первую лицевой, и тогда 2 снимаете. Таким образом, посмотрите, мы перекрестили 2 петельки влево. Теперь последующие 4 петельки вяжем таким образом. Лицевая, изнаночная, лицевая, изнаночная. 4 петельки мы начали провязывать узором рис. Теперь нам следующие 2 нужно перекрестить с наклоном вправо. Для этого мы снимаем их 2, просто вот они у нас между спицами. Теперь вторую, первую вы одеваете, как получается, вторую от левой спицы, первую в общем по вязанию, вы сначала одеваете, а затем вот так вот вторую, которая между вот осталась открытой петелькой, мы одеваем вот так вот на спицу. То есть мы поменяли местами. Теперь первую провязываем лицевой и вторую провязываем тоже лицевой. Таким образом мы сделали наклон влево. И теперь нам осталось довязать изнаночную, 2 лицевые и кромочную. Теперь четвертый ряд провязываем. Сначала снимаем кромочную непровязанной, а затем вяжем 3 лицевые. 2 нашей платочной вязки. Одну изнаночную, которая с той стороны идет, которая отделяет узора от узора сова, платочную вязку. Платочную. Теперь провязали 3 лицевые, 1 вяжем изнаночную.
И теперь по узору рис мы вяжем 6 петелек. То есть у нас здесь изнаночная, значит вяжем лицевой. Лицевую вяжем изнаночной. Итак, третья петелька, четвертая, пятая и шестая. Теперь вяжем изнаночную и довязываем 3 лицевые. То есть одну лицевую, которая у нас с лицевой стороны изнаночная. И 2 платочная вязка, последняя кромочная изнаночная. Пятый ряд. Кромочную снимаем не провязанной. А теперь вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная. И приступаем к самому узору сова. Вяжем лицевую, затем 6 петелек риса, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая. То есть, смотрите, между лицевыми и есть вот эта наша сова. Вот они. А после них всегда будет идти изнаночные. То есть вот они, 2 изнаночные. И теперь вяжем изнаночная, 2 платочные наши лицевые и изнаночная кромочная. Вот, как вы видите, у нас уже положено начало самому узору. То есть вот они, 2 наши кромочные, по 2 петельки с каждой стороны лицевые платочные вязки. Затем 2 изнаночные по краям, по изнаночной. И вот они, 8 петелек самой совы. Итак, шестой ряд мы провязываем следующим образом. 2 лицевые. Теперь лицевая с нашей, вот, 10, так сказать, первая из 10 петелек совы, изнаночная. Теперь изнаночная уже получается вторая, которая у нас по узору сова. Теперь 6 узоров. Рис, 6 петелек, 4, 5, 6. Теперь снова узор сова изнаночная, лицевая, которая у нас отделяет узор сова, 2 платочные лицевые и кромочные. То есть, как вы видите, мы теперь просто с 6 ряда по 13 вяжем по рисунку. Итак, 7 ряд снова вяжем по рисунку. 2 платочные, то есть 2 лицевые наши. Изнаночная, первая из 10. Вторая лицевая. Она у нас тоже получается, как бы отделяет вот саму сову. Теперь 6 узора рис. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая. Изнаночная, 10, которая отделяет сову. 2 лицевые платочные наши. И изнаночная, кромочная. 8 ряд. Провязываем также по узору 2 лицевые после кромочной. Лицевая, которая у нас отделяет первая из 10. Изнаночная, та, которая первая из 8. 6 петелек узора рис. 3, 4, 5, 6. Теперь изнаночная, лицевая. 2 лицевые, платочная наша вязка по бокам и кромочная изнаночная. Теперь 9 ряд. Снова по узору кромочную снимаем. 2 лицевые провязываем платочную нашу вязку. Изнаночная, лицевая. Теперь узор рис. 6 петелек, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая, изнаночная. 2 петельки лицевые, платочная вязка и изнаночная. 10 ряд. Тоже провязываем кромочную, снимаем. 2 лицевые. Лицевая, та, которая у нас первая из 10. Вторую мы провязываем всегда изнаночной. По крайней мере, пока без изменения. Теперь узор рис. 6 петелек, 3, 4, 5, 6. Изнаночная. Лицевая, которая у нас отделяет сову. 2 лицевые, это платочная вязка по бокам. И кромочная, изнаночная. 11 ряд тоже провязываем, как 5 ряд. Все без изменения пока. То есть 2 лицевые, изнаночная, лицевая. Узор рис, 6 петелечек. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Лицевая. Изнаночная, 2 платочные и кромочная изнаночная. Как вы видите, пока мы вяжем без изменения. То есть у нас вот они по бокам, по
по 2 платочные, то есть все время они у нас лицевые. Всегда у нас вот это вот первая и десятая изнаночные. Вторая и получается девятая лицевые. И 6 узора рис. Теперь провязываем 12 ряд. 12 ряд мы провязываем как 4, как начали, и продолжаем. 2 лицевые, лицевая, которая у нас первая из 10, вторая изнаночная. Теперь узор рис, 6 петелек, 2, 3, 4, 5, 6. Изнаночная, лицевая, 2 лицевые и кромочная, изнаночная. И 13 ряд провязываем как 5. Кромочная, 2 лицевые, изнаночная, лицевая. Теперь 6 петелек риса, 2, 3, 4, 5, 6. В шахматном порядке лицевая, изнаночная, 2 лицевые платочные вязки и кромочная. А вот 14 ряд провязываем следующим образом. Он у нас идет изнаночный, поэтому первую кромочную мы снимаем, 2 лицевые провязываем. Лицевую нашу, которая всегда у нас изнаночная с лицевой стороны, с изнаночной стороны лицевая, как видите. А теперь провязываем полностью наши 8 петелек, то есть 6 петелек узора рис и те 2 изнаночные провязываем полностью все петли изнаночными. То есть 8 петелек совы провязываем изнаночными. Теперь лицевая, 2 лицевых платочные вязки, кромочная, изнаночная. Перевернули вязание и 14 ряд. Первая кромочная, затем вяжем 2 лицевые, 1 изнаночная. Затем нам нужно перекрестить вот эти первые 4 петельки вправо. Для этого берем нашу третью спицу, первые 2 петельки, вот наши получается лицевой, который мы вязали петельку, и первая петля, которая с узора рис. Первые 2 снимаем и оставляем дополнительную спицу за работу. Следующие 2 провязываем лицевыми. А теперь с дополнительной спицы возвращаем и провязываем их также лицевыми. Как вы видите, мы сделали перекрещивание вправо. А следующие 4 петелечки нам нужно перекрестить влево. Для этого берем дополнительную спицу и первые 2 снимаем на нее. Оставляем перед работой. Следующие 2 провязываем лицевой. И теперь, провязав те 2 лицевые, возвращаем к дополнительной спице, провязываем снова лицевой. Первую и вторую. Отлаживаете спицу. Таким образом, смотрите, мы сделали перекрещивание сначала вправо 4 петелек, а затем 4 влево. И теперь довязываем по узору. Изнаночная, провязываем изнаночной, 2 платочные лицевой и кромочная изнаночная. 15 ряд. Получается уже не 15, 16 ряд. Кромочную снимаем. 3 лицевые. 1, 2 платочная и 3 наша изнаночная. И провязываем все 8 петелек совы изнаночными. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. И довязываем 3 лицевые. Наши получается изнаночную, которая с изнаночной стороны лицевая, и 2 платочные петельки. Разворачиваем наше вязание. И теперь 17 ряд. Кромочную снимаем. Провязываем 2 лицевые, 1 изнаночная, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Одна изнаночная, то есть за узором нашей совы, которая отделяет. 2 платочные лицевые, кромочная, изнаночная. 18 ряд провязываем как 14 и 16. Кромочную снимаем, 2 лицевые провязываем платочные. Теперь снова лицевая, та, которая отделяет узор сова. 8 изнаночных, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицевая,
2 платочные лицевые, кромочная, изнаночная. Разворачиваем вязание, 19 ряд. Кромочную снимаем, 2 лицевые провязываем. Затем изнаночная, 8 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Теперь далее провязываем 1 изнаночная, 2 лицевых, кромочная, изнаночная. Следующий ряд провязываем также по узору. Кромочную снимаем, 2 лицевые платочные. Лицевая, которая у нас сопровождается 1 и 10, 8 изнаночных, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Лицевая, которая у нас изнаночная, 2 лицевых платочных для симметрии и кромочная изнаночная. 21 ряд провяжем как 15, сделаем снова перекрещивание. Первую кромочную снимаем, затем идет 2 лицевые, 1 изнаночная. А теперь снова первые 4 мы перекрестим вправо, вторые 4 влево. Итак, берем дополнительную спицу, 2 первые снимаем на дополнительную спицу, за работой оставляем. Далее следующие 2 провязываем лицевой 1, 2. Из дополнительной спицы ниточка за работой провязываем 2 лицевые. Сделали перекрещивание вправо, а теперь сделаем перекрещивание влево. 2 первые на дополнительную спицу перед работой оставляем, провязываем 2 следующие лицевыми. И теперь с дополнительной спицы ниточка за работой провяжем 2 лицевые. Таким образом, провязывали уже 15 ряд, вот этот перекрещивание, точно так же мы и здесь перекрестили. Теперь провязываем по рисунку изнаночная, 2 лицевых платочных и изнаночная, кромочная. Далее, 22 ряд мы провязываем так. Кромочную снимаем, 2 лицевые, далее лицевая, провязываем после лицевой 1 изнаночную, 6 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Далее изнаночная, лицевая, 2 лицевых платочных с узора и кромочная изнаночная. Почему мы провязали после изнаночных вот этих наших лицевой? Для того, чтобы как бы совушки сделать такой более грубоватый вид, то есть вот эти бровки как бы продолжить. Можно, в принципе, их и не делать. Получится такая вот голова круглая, гладкая. Но, честно говоря, я люблю вот в этих рожках, как по мне, вот этих, сама пикантность совы. Теперь 23 ряд и 24 мы просто провяжем, как и в начале, лицевыми. То есть 15 провязываете лицевых. Там, где у вас вот эти вот рожки с совы, провязывайте за заднюю стенку, а в общем вяжите за переднюю. То есть вот, чтобы косичка ложилась ровненько и гладенько. Вот. И 16 кромочная. И 24 ряд снова провяжем кромочная. Снимаем. 14 провязываем лицевых. И последнюю кромочную, 15, мы провяжем изнаночной. Как вы видите, разворачиваем мы наше вязание, и у нас получилась вот такая замечательная совушка. И чтобы как бы ей, в принципе, завершить вид, так сказать, показать, какой она получилась, я вот вам добавлю, вот так вот можете пришить бусинки, глазки. Это по желанию, если хотите. В принципе, если у вас будет на кофточке, допустим, по воротничку их много, то, я думаю, глазки, в принципе, не нужно делать. Теперь, если же, еще раз повторюсь и вернусь, если же вы не будете провязывать узор низ, вот этот вот в серединке между лицевыми, вот этими вот 8 и 2 петелькой, вот этими лицевыми, не будете провязывать узор низ, то есть не чередовать в шахматном порядке лицевые петельки изнаночные, а просто провяжете с лицевой стороны лицевыми петлями, с изнаночной стороны изнаночными петельками,
то у вас получится вот такая гладенькая сова, то есть более такая простая и красивенькая, в общем. В принципе, честно говоря, вот эту сову я часто использую на шапке, то есть которая покрупнее, то вот эту маленькую можно связать с ней митеночки, либо, к примеру, варежки какие-то, либо на снудики ее где-то задействовать. В общем, получилась вот такая у нас сова. Я надеюсь, что вам понравился и помог мой видеоурок. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем ровных петелек, пока-пока!